вера в криптовалюту. Генеральный директор Международной инвестиционной организации BlackRock Ларри Финк видит перспективу цифровой валюты, сообщает CoinDesk. Финк сказал в интервью Bloomberg, что он верит в криптовалюту и ее возможности. Но прежде чем она станет общепринятой во всем мире, предстоит проделать определенную работу. Финк также добавил, что их клиенты интересуются криптовалютой, но из-за ее нестабильности пока не готовы использовать ее в качестве активов.